Чуть более месяца назад глава Ленинского района Олег Хромов с инспекцией проехал по территории муниципалитета для выявления незаконно установленных рекламных конструкций. После этого глава собрал оперативное совещание, на котором обсуждались меры устранения такой рекламы. Впоследствии совместно с правительством Московской области был определен ряд рекламных конструкций, которые стоят и эксплуатируются без соответствующих разрешений. Заключен договор с подрядной организацией, и на днях начался их демонтаж. Особенно с учетом специфики нашего города и нашего района, который имеет историческую застройку. Рекламный мусор, который существует в большом количестве на территории Ленинского муниципального района, он портит архитектурный ансамбль и создает очень неблагоприятное впечатление. Внешний облик поселений напрямую зависит от качества наружной рекламы, а зачастую незаконная реклама имеет ненадлежащий вид. На данный момент в районе выявлено около 100 незаконно установленных рекламных конструкций. Главой поставлена задача в срок до 1 июля полностью от них избавиться. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.